хочу показать, как смена цвета идет, когда в ряду меняешь ниточку, чтобы не было дырочек, мы ниточки перекрещиваем. Я много видела вязания, вот если неправильно перекрещенные, получается, ну, неопрятное вязание. Так вот, это у нас планочка у меня на платьишке. Сейчас на изнанке еще покажу. Последняя, как обычно, изнаночная. Вот, у меня не видно. Сейчас покажем для начинающих. Планочка кончается, ниточки подтягиваем, эту сюда, а это вот так вот, и дырочки никогда не будет. Ну вот, смотрите, учитесь, ставьте лайки, кому пригодилось мое познание. Пока.